Дед Мороз по дороге в сказочную страну встретил маленького мальчика. Сказочная страна! Для жителей этой страны, гномов, это было горячее время. Они готовили для Деда Мороза подарки и сладости, которые он разносил детям в канун Нового года. Но страшный злодей обманом захватил сказочную страну. Он назвал себя Отморозом, проник в хранилище подарков и украл магический посох Деда Мороза. Все подарки мои! Приказываю заморозить сказочную страну! Он заколдовал сказочную страну и приказал своим слугам-снеговикам схватить Деда Мороза и его друзей! Дед Мороз, открывай! Мы знаем, что ты здесь! Сопротивление бесполезно! Отмороз заколдовал все жиролеты! Это точно. Но у меня есть свой холодильник. Холодильник? На нем далеко не улетишь. А тем более улететь от снеговиков. А я уберу из него весь этот хлам. Действительно, что-то он не тянет пока на самоход. Но если взять вот эту деталь и прикрутить... Да уж, что-то не похоже, что на это можно Бежали, хотят вернуть свой посох. Все равно все подарки мои! Мы должны поймать его. Вперед! Где мы? Мы в хранилище. Здесь хранятся все подарки. Ah!
Ой-ой-ой. Друзья победили жадного отмороза. Даня! Даня! Просыпайся! Ой!